Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики нашего канала. Снимаем свой сюжет в Ильинском районе Пермского края. У нас пополнение. Шурочка родила 4 дня. 3 девочки, 1 мальчик. Вот это вот мальчик у нас. Остальные все девочки пойдут у нас на стадо. А мальчика потом поменяем или продадим. Вот у нас Гоша. Крылышки свои показывает. Гоша показывает свои крылышки. Это вот их дети, которых они не принимают. Пока больше не пробовали сидеть. Может быть, конечно, уже и примут. Уже тоже большие стали. Вот. Это у нас Шурочка. Да. Снятый. Молодец наш. Сейчас покажу наших поросят. Поросята тоже подросли. Сегодня у нас 30 декабря 2017 года, канун Нового года. Вот наши девочки. К девочкам еще подселили кастратов, потому что вот там вот Чернышевский стал кастратов донимать. И теперь у нас сидит один. Вот такие вот у нас девочки. Сейчас покажу Чернышевского. Так, вот у нас Чернышевский. Чернышевский, иди сюда. Пишите. Вот такой у нас крючок. Окрас ласточка. Ага. Укусить хочет, да? Укусить хочет. Ох, какой кусака. Ох, какой кусака. А, кусака какой, да. Вот такой вот у нас Чернышевский производитель будущий. Тут у нас девочки с кастратами. Кто-то гуляет, кто-то сидит в домике. Так вот, уважаемые подписчики и гости нашего канала, у нас на носу прекрасный праздник Новый год. Мне бы хотелось поздравить вас всех с Новым годом, с наступающим. Пожелать вам всего хорошего. Чтобы все плохое, весь негатив остался в 2017 году. А в 2018 год вы с собой забрали все только хорошее, замечательное, ласковое, нежное. В общем, всего вам хорошего, уважаемые подписчики и гости. Любви, денег побольше, работы кому-то. Кому-то хобби интересное найти свое. Найти свой путь в жизни. С наступающим вас Новым годом. Пока.